Значит, песня про Тореро, я всегда говорил и говорю, что ею готовлено большое народное будущее. Главное запомнить последние строчки. Сейчас проверим. Однажды жил в Ахура-Мазине герой по имени Тарар. Там каждый день был пир и праздник, там веселились Влад и Стар. Но портил общую картину, творя полнейший беспредел, правитель, скотина, он сжечь Тарара повелел. Тарар, естественно, был против, горит при жизни привык. Народ повел тирана против, и наступил тому кирдык. И все, и след его растаял, да кто бы знал о нем вообще, когда б не троица святая, Пьер, Ахюстер и Бомарше. Судьба несчастного Тарара легла морщинкой на челе, банкет на деньги с гонорара, и вот либретто на столе. А там Салири друг сердешный, но лучше с ним не выпивать. Подсочинил мотив прелестный и свет стал опере внимать. И все, и след ее растаял, как кто бы пел ее вообще, когда б не Пушкин, что оставил след на бумаге и в душе. Событий много было разных, кто с кем, когда и сколько пил, но помнится Ахура Мазда, как Моцарт оперу хвалил. Века летели, как хотели, но то не есть века, но их ведет на самом деле поэта легкая рука. И мы, настроившие гитары, хлебнув шампанского с утра, мурлычем песню про Тарара. Тарарарара, тарарара, 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 тарарарара, тарарара. Запомнили слова? Это песня про Тарара. Так вот, я думаю, ее даже можно в школах музыкальных, не только в музыкальных. Вы знаете новость, какая грядет? Наша музыкальная школа будет объединять с детскими садами.